2014-2015 год у нас постоянно были обстрелы. Полностью крышу разрушена была крыша амбулатории. Уже восстанавливали свои места. В 2016 году было ее где-то во второй половине года. Здание, получается, было полностью без отопления. Вот на сегодняшний день Красный Крест начал здесь ремонт. Окон не было, повылетали. Благодаря благотворительным организациям вот пластиковые окна восстановили. Вот. И в этом же здании располагалась библиотека, музыкальная школа, школа творчества для детей.